Мы приветствуем начальника отдела культуры Азова. Праздником вас всех! Гостей встречали не цветами, а сами цветы. Такие костюмы примерили на себя воспитанники Адлерского дома культуры. 25 марта отмечался профессиональный праздник работников культуры. Со сцены их поздравляли коллеги, детские, творческие коллективы. Те, кто обычно сами устраивают праздники, в этот раз стали обычными зрителями. Такая смена ролей бывает только раз в году. У нас такой прекрасный коллектив, что расслабляться нельзя. Приятно работать, и даже такая, что ли, марсианская жажда к творчеству. Я считаю, что профессия работник культуры очень важна и не просто несет заполнение досуга в массы, но и в первую очередь это просветители, это носители истории, основ духовности, нравственности и, самое важное, патриотизма. Работников культуры поздравил лично глава района и представители депутатского корпуса. Были вручены грамоты и ценные подарки. Наградили и победителей конкурса, в котором принимали участие все 10 учреждений культуры Адлерского района. Благодарим своих сотрудников, которые у нас занимаются культурой, за то, что они воспитывают наших детей, за то, что они несут эту культуру, именно культуру воспитания, культуру нашего бытия в жизнь. То, что мы оставим нашему будущему поколению, то, что останется нашим детям, то, что останется нашим внукам. А в фойе Дома культуры развернулась выставка творческих работ. Разные темы и разные жанры. Настоящие произведения искусства от декоративно-прикладного до серии фоторабот под названием «С музыкой в сердце». Елена Овсецна, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.